Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Стабильность правил игры для бизнеса может быть эффективнее налоговых каникул, так считает вице-спикер законодательного собрания Михаил Курашин. Его высказывание по поводу двухлетнего обнуления ставок для социально значимых и инновационных стартапов публикует сайт BN Киров. Депутат опасается, что некоторые предприниматели смогут использовать налоговые каникулы, чтобы вывести из-под налогообложения существующий бизнес. По мнению Курашина, предприниматели больше мечтают о стабилизации правил игры на 3-5 лет. То есть не должны меняться ставки налогов и размеры отчислений, списки документов для отчетности, а также следует прекратить проверки в отношении тех, у кого давно нет конфликтов с законом. Через 2-3 года это приведет к росту числа предпринимательских субъектов, рабочих мест и налоговых поступлений, уверен СР. Программа «Экономика». Предпринимателей приглашают на бесплатные семинары. Они пройдут в рамках форума предпринимательства на Вятке. Об этом рассказал вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. В течение мая пройдет, если я не ошибаюсь, порядка 7 или 8 обучающих мероприятий. По разным темам мы стараемся их сформулировать наиболее практично применяемые. Особенно сейчас, в нынешней непростой ситуации. Как повысить продажи, как мотивировать персонал, как управлять складскими запасами. Это те семинары, которые, в отличие от круглых столов, имеющих долгую перспективу реализации, могут помочь и дать новые знания бизнесу прямо здесь и сейчас. Программу семинаров можно найти на сайте forumkirov.ru. Экономика на 101 FM. Половину кировских компаний волнует причина увольнения сотрудников. Это выяснил рекрутинговый портал HeadHunter. Он узнал мнение руководителей сотни фирм о выходном интервью при увольнении сотрудников. Выяснилось, что 54% компаний такие беседы проводят. 80% из них таким образом выясняют истинные причины увольнения сотрудника. 68% узнают его мнение о покидаемой компании. 2/3 работодателей беседуют с увольняющимся, чтобы снять негатив и избежать распространения нелестных отзывов о своей компании. 67% используют данные, полученные от уволившихся, для разработки новых стратегий работы с персоналом. Экономика. И о курсах валют. Доллар стоит сегодня 51 рубль 76 копеек, евро 57,41. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.